Look, you know I'm not screwing around. And I can't just let you waltz into environmental. I don't want to die. I'm sorry. Computer, arm explosives. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить забойный Dead Space 3. И на этот раз мы продолжаем эту дополнительную миссию с этим забаррикадировавшимся капитаном, или кто бы там он ни был, я уже забыл, к сожалению. Но ничего, мы его найдем, он нам устроил кучу препятствий, мы его найдем и загасим. Или в плен возьмем, или еще что-нибудь. Да нет, убьем его, конечно. Дополнительные миссии не могут влиять на сюжет, мне так кажется. Хотя, кто знает, вдруг у нас только офигенная игра. Ты не можешь убить электричество? А зачем не убивать электричество, прости меня? Или ты там сейчас полный электризуешь? Наверное, сейчас будет какая-то следующая задачка, связанная с электричеством. Или просто... да. В общем, нужна контрольная панелька, как мне правильно подсказали мои коллеги. Которую можно, да, вот так вот вынести. Довольно быстро. Идем дальше. Да что ж такое? А, пусть они сами идут. Давай, не сметь. Пусть они там сами сдохнут. Честное слово, не хочу даже лезть. Не получится, видимо, у меня их игнорировать. Не получится у меня, видимо, их игнорировать. Где это? Вот она. Идем дальше. Вон еще одна. Так, это что у нас такое? Сейчас узнаем. Ух ты! Это хрень со стазисом. А я тебя задавлю, пока ты будешь в стазисе находиться. Да, отлично. Ну, а тебе? Чё из тебя ничего не вытряхнулось-то? Или вытряхнулось, но я уж подобрал. О! Ну, как инструменты все в стазисе до сих пор находятся. Так, еще немножечко припасов для нас. Перезарядимся и погнали дальше. Суровое мы себе орудие, конечно, смастерили. Очень суровое. Так, что это такое? Цепь модернизации. Ух ты, круто. Плюс перезарядка, плюс обойма. На станке улучшим обязательно. Так, у нас здесь два баллона со стазисом. Они нам должны помочь, или не знаю, что они должны нам сделать. Может, они нам ничего не должны. Так, лифт. Лифт. А что лифт? А, это лифтик. Бум. Хотел подпрыгнуть на самом деле. Давайте, уроды! Все на меня! Все на меня! Давай уже, сдохни! Фу. Так, отбились? Отбились. Сейчас мы уже к нему наконец-то придем. Так, что тут написано? Не говори, что я не предупреждал тебя! Да, этот паренек тут поработал знатно. Просто знатно поработал. Твои похороны. Что? Рано меня еще хоронить, бичуган. Сейчас мы до тебя доберемся. Так, а это что за ерунда? Так, ну, с тобой мы уже встречались. О, отстрелил. Успел я ему отстрелить? Неудобно, конечно, стрелять на центральную кнопку мышки. Я все время меняю оружие. Ха-ха-ха-ха. А мы теперь здесь.
Не тут-то было, говнюк. Давай, перелезай. Я тебя жду. Перелезай. Вот ты и пришел. К нам, прямо в руки. Так, ну, давайте двигаться дальше. Что тут написано? Тик-так, тик-так, тик-так. Что это значит? Неужели тут везде бомбы установлены? Кто знает? Может, установлены. Да нет, не хочу я как-то нырять в гравитационный поток. Ага, мы пришли к станочку. Давайте поставим цепь модификации на нашу классную пушечку. Вот она, перезарядка, обойма, отлично. Ну, конечно, лучше бы скорострельность добавить. Но, ладно. Перезарядку урон мы добавили, а теперь перезарядка обойма добавим. Так, это что у нас перезарядка? Это просто обойма. Перезарядка, вот она, перезарядка обойма. Это мы можем открыть за 20 вольфрама. Ну, дороговато, я вам скажу, дороговато. Модификация нижнего блока, давайте добавим. А, нет, нельзя, нельзя. У нас только один модификатор всего был. Что ж, отлично. Пошли дальше. Покорять. Покорять это логово. По-другому это не назовешь просто. Натуральное логово. Надоело уже играть по его сценарию, честное слово. Просто достало. И кто там сзади у меня? Или где он? Ну иди сюда, урод. Вот говнюк не хочет идти к нам. Шел бы на электричество, чего тебе? Нормально. Боишься, что ли? Ты не бойся, я 100 раз так делал. Так, перезарядимся. Главное не забывать перезаряжаться. Патронов у нас, конечно, маловато. Да, у нас нет торсионного вала. Что-то в каждой дополнительной миссии нужен этот торсионный вал. Нафиг он какие-то дополнительные... Давай. Все. Ну. Ну не серьезно ведь, а? Не серьезно уже на меня вылезать. Парень. Не серьезно. О, что-то нам дал какие-то вольфрамчик или металломчик. Что-то ты, в общем, нам скинул. Так, идем дальше. Еще небольшой ящичек. Немножко металломчика. Ну, когда уже дойдем-то? Когда уже дойдем, наконец? Где-то тут что-то запитано было. То есть должно быть что-то запитано. Мы это что-то должны найти. Я вижу, тут баллоны какие-то лежат, поэтому... Ну, с горючкой. Поэтому, я думаю, может, монстры полезут, как всегда. Так, понасобирали. О! Динамитики у нас тут. Да. I don't want to die. I'm sorry. Computer, arm explosives. And oh, da. Detonate. Давай, лезьте, уроды. Давайте, уроды. А черт, они и правда дают. О, как хорошо вас разнесло-то от моей бомбочки. Нет, 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 не тот блок. Давай.
сдохни! Вот так. Блин, от кислоты еле хожу. И это еще что? А, это хрень. С бомбой на животе. Блин, какой крик ужасный. Какой жестокий крик, вы слышите? Как будто у вас в наушниках. О, ёлки-палки. Блин, нападает на меня со спины, зараза. Давай, башку ему нафиг отрубай. Вот так. И дальше убегаем, убегаем, убегаем. Убегаем мы. Ах ты гады, даже мне ничего сделать не дают. Подлечиться скорей. Стазис, стазис. Давай, 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 перезаряжаемся. Давай, сдохни. Сдохните. Сдохните. Да достали вы со своим карантином. Честное слово. Где, уроды? Вот вам. Всем. Так, где панель? Где панель, блин? Где эта панель дурацкая? Чтобы выключить этот карантин. Это здесь должна быть панель. Слушайте, там музычка играет. Он там, блин, развлекается где-то. Это еще что такое? Хм. Так, давайте перезарядимся. Похоже, монстры у нас кончились. Что это такое, а? Что мы делаем? Что-то мы поворачиваем какие-то... Так, что ли, да? Теперь эту как-то... Так, ага. Что-то... Конечно, я плохо понимаю, что это такое сейчас происходит. Но как-то нам надо... Что-то тут... Что-то я не пойму. Чтобы они сходили, что ли, друг к другу? Плохо понимаю, честно, как эта головоломка работает. Наверное, чтобы каждый кусочек этот подходил друг к другу, наверное. Да, наверное, так и есть. Сейчас сделаем. Я, в принципе, понял. Сейчас мы чего-нибудь допридумаем. Так, вот они все искрят. Теперь подводим эту. А, нет, не так. Во, все. Фу. Да. Выключили мы карантин. Конечно... Это нельзя было сделать, пока на нас такая толпа монстров бежала. Поэтому, да, ничего здесь другого предпринять нельзя было, кроме как сначала их перебить. Так, ну и идем дальше, говнюк. Мы все ближе. Мы все ближе. Фу, что ж ты нам преподнесешь на этот раз? Сейчас узнаем, что написано. Life to want. Ух, ё, ничего себе вентилятор. Я чувствую, с ним будут проблемы. Да, или мне его замедлить, что ли, нужно? Я смотрю, там синие краешки. Наверное, мне его стазисом нужно будет сейчас замедлить. Ну ладно, узнаем точно. Вон там у нас генератор стазис. Генератор включен, ловушка активна. Давайте стазисом замедлим. Заберем оттуда. А, еще разочек. Все. Being the only one who survives. It's not the dying that scares me. It's not making a difference before I do.
you should be able to make it to the top of the conning tower now, Isaac. If Edwards is around, that's where you'll find him. And his stash. Да, Бакл сказал, конечно, самую-самую важную фразу, с которой я полностью согласен. Не так страшна смерть, а страшно, что после себя ничего не оставишь. Это точно, это страшно. Ну, мы прибыли обратно в нашу комнату с головоломочкой. И сейчас, наконец-то, Пол вернулся к нормальному состоянию, я надеюсь. Мы поднимемся по нему без проблем. Хотя вряд ли, проблемы опять же будут, мне кажется. Да, тот парень, конечно, думал, что никто не пролезет. Но пролезли в итоге. Да сдохни ты! Какого хрена? Стреляю ему, а ему по барабану. Что за урод, а? Не хочет подыхать-то. Да нет, куда ты лезешь-то? Я не лестницу хотел использовать. Я хотел всего лишь забрать аптечку. И вроде мы ее уже забрали, да? Ой, из него что-то все-таки выпало. Что не зря я его долблю своим спейсмаринским ботинком. Так, перезарядимся. Куда тут дальше-то, елки-палки? Вниз. Так, сейчас посмотрим наш радарчик. Да, вниз нам надо. Хорошо, что тут есть радарчик. Не нужно долго думать, куда идти. Сразу все расписано и показано. Да что за уроды, а? Ох ты гад, ох ты гад, 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 гад. На, тебе. По ногам вам всем, уроды. Кошмар. Побили меня знатно. Ладно, пойдемте наверх. Мы, кстати, по-моему, что-то подобрали. Да, мы подобрали текстовое сообщение. Давайте его сейчас зачитаем. Что у нас там? Так, сейчас посмотрим. База данных. Terra Nova 2. Личный дневник. По-моему, мы Terra Nova 2 не читали, да? Перевозка продолжается. Ну, кстати, есть еще некоторые другие непрочитанные. Давайте. Что? Я же Enter нажал. А, нет, это мы слушали. Подождите-ка, это мы слушали. А, просто так отмечается, видимо... Да, звуковое сообщение так слушается. Отмечается, вернее. Так, глава 6, радиовагонетки. Это не то. Что мы не прочитали-то? Странно. Ладно, надо было, наверное, сразу смотреть. Сразу нажимать, и тогда было бы видно, что не прочитано. Ну все, лифтик. А куда нам отправляться-то? На третий? Давайте на третий отправимся, я не знаю. Может, мы уже на втором, а может, мы на первом. Но в любом случае, надо вверх. Надо идти вверх. Что, мы пришли? Ну, конечно, так он тут и сидит. Я вижу там черепок. Нету его там. Это скелетик чей-то там сидит. Congratulations. You found me. Kind of stupid, ain't it? I just wanted to live, and now that I'm the only one left, I couldn't give a shit. With all this time alone, I realized it's just like Sam said. I'm a lazy prick who never took one for the team. Well, team, you can hear me now. This one's for you. Охренеть. Вот такого конца этой истории я не ожидал. Обалдеть, давно я таких невероятных поворотов не видел. Это просто офигенная сайд-миссия, слушайте. Я просто поражен, насколько это офигенная сайд-миссия.
То есть чувак все это записал и просто воспроизводил в нужные моменты. Ну, то есть запрограммировал компьютер все это воспроизводить. А сам тут один остался в космосе, единственный. И просто застрелился. Да. Ну, чувак действительно оставил после себя запоминающуюся тему. Что уж и сказать. А тут он, наверное, спал. Все обито и смотрел на космос. И да, вы посмотрите. Все исчерчено палочками. Сколько же он тут был? Все кончится здесь. Действительно, он никуда не мог выбраться. Хотя, почему он не мог взять челнок? Видимо, не знаю. Здесь везде, везде палочки. Вы посмотрите. Ты хочешь меня? Так вот, я здесь. Да. Все, все изрисовано палочками. Сколько же он тут находился, ё-моё. Ну, год, наверное, может больше. Не знаю, это все, все не сосчитать, конечно. Все просто в этих палочках. Обалдеть, слушайте. Да, вот это сайд-миссия, я вам скажу. Просто обалденская. Давайте поднимемся еще выше. Посмотрим, что там сверху. А, тут у нас как раз дверь, наверное, к которой у нас есть ключ. Looks like the supply room's locked. The bunkhouse was on level 2. The key could be with his personal belongings. That's worth a look, I guess. Итак, у нас есть еще одна дополнительная миссия. Дополнительная миссия после дополнительной миссии. Вот это да. Я думал, зачем нам второй этаж? На втором этаже можно найти... найти ключик как раз. Как раз к этой двери. Посмотреть, что там. Сейчас отправимся на второй этаж. Может быть, там какой-нибудь интересной модификации или оружие. Ну, что-нибудь должно быть точно. Еще одно текстовое сообщение. Прочтем. CMS Терранова, личная запись лейтенанта Эдвардс. Младший лейтенант Чак Сиковский ненавидел кантри. Карантин. Ненавидел кантри. Ненавидел кантри, побил меня, мне никогда с ним не сравнится. Капитан Вэлери Диец. Слишком серьезная, милая улыбка. Почему я с ней ничего не замутил? Жаль, что я убил ее. Капитан-лейтенант Сэм Кэттл. Помешанный на работе придурок. Лучший из нас. Жаль, мы так и не подружились. Да, это он записи после себя оставил. Действительно, а я еще думал. Ё-моё, это ж корабль старый. Тут же 200 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, никого не было. Думаю, как он мог выжить вообще? Как это вообще, в принципе, могло быть возможно? Да никак. Ну и вот ответ, действительно, ответ. А еще неудивительно, что... как бы Айзек не удивился ничему вообще совершенно. Как бы, ну ок, да. Говорит со мной чувак, который 200 лет здесь был назад. Ну и ничего, нормально. Причем до этого были записи, которые ясно показывали, что этот парень прибыл сюда давно. То есть не то, что это кто-то прямо вот сюда залетел и сидел тут прям. Не так давно. Ну что ж, давайте пойдемте посмотрим, что он там держал в самой верхней комнатке. Ох, у него было тут много времени, чтобы исследовать каждый уголок, каждую щель. О, мы подошли к хранилищу. Открыть? Да, коробка запчастей. Еще одна коробка. Инвентарь полон. Какой кошмар, давайте. Давайте мы съедим аптечку. Не можем. Ладно, бросим. Еще одну бросим. Все, так, еще одна коробка. Цепь модернизации. Еще коробка запчастей. Обалдеть, сколько тут всего. Ладно, придется выбрасывать свои аптечки. А что это за предметы? Ну-ка. Что это за предметики такие? Здесь есть какие-то предметы, но я не знаю, в общем.
Как их разблокировать? Так, придется все повыбрасывать. Чтобы подобрать. Еще коробка. Медподдержка. Цепь модернизации. Инвентарь полон. Да что ж такое? Посмотрите, сколько вещей. Обалдеть. И это выкину. Ладно. Да что с такое? Я мало аптечку опять поднял. Выбросить, я говорю. Подняли. Еще одна коробка. Инвентарь полон. Ох, елки-палки. Сколько же всего. Подобрали. Все. Обалдеть. Вот это ящик. Сколько мы аптечек выкинули? Раз, два, три, четыре, пять, шесть аптечек выбросили. Да, сколько тут всего было, я вам скажу. Просто дофига. Ну что, все это загрузим в станок. О-оу. Фак. Мне не нравится то, что он сказал, подорвать все оставшиеся снаряды. Лифт наверх. Лифт наверх. Лифт наверх. Наверх, я сказал, лифт. Перезаряжаемся. Ух, елки-палки. Давайте сверху их отстреливать. Сверху намного удобнее. Да что ты не дохнешь, а? Обалдеть, смотрите, стоит и стоит себе. Так, кто? Еще кто-то есть? Нет, больше никого нету. И кантри врубил. Не, ну этот чувак реально знал стиль. Стиль у этого парня был. Эх, чувак, может быть, ты и был говнюком, но покойся с миром. Да, пил тут пивас, не знал, чем заняться, бил груши, наверное. Отдыхал, смотрел на бесконечный мертвый космос. Да, друзья, вот эта миссия, что надо. Я вам скажу, просто шикарная. Посмотрим, где наша задача. Ну и да, нам нужно отправляться назад, возвращаться на главную нашу миссию. Пускай кантри играет вечно. На этом корабле. Ну что ж, дорогие друзья, я смотрю, время миссии уже подходит, так сказать, к концу. Время моей части прохождения. В следующей части мы будем продолжать проходить основную нашу миссию. Они все никак не успокоятся, вы поглядите. И посмотрим, когда же мы сможем наконец-то улететь с этого старого корабля. Хотя мне очень нравится вот эта вот стилистика такой 200 лет назад. Причем вот это не то что стилистика, а именно дух прошлого. Он действительно мне очень нравится. Очень хорошо сделан. Так, что там из него выпало? Полупроводничок. Кантри на весь корабль все еще лобает. Ой, они лезут и лезут, слушайте. Ладно, давайте свалим просто отсюда. Что, меня в спину, что ли, кто-то бьет? Ой-ой-ой, тут еще и ведьма, вот это да. Долбаная ведьма. Ладно, я предлагаю просто бежать отсюда, честно скажу. Потому что это, наверное, бесконечно. Бесконечно они за нами будут нестись. Ох, сколько же вас тут. Все. Прощайте, психи.
Yeah, Tucker had a nice pile of salvage. Good. I'm headed to the aft section now to check out that shuttle. Hopefully it's not a piece of shit. Да, мы тоже очень сильно надеемся, что это не был просто кусок металлолома. Мы выбрались из этой части корабля, из этого огромного отсека. И теперь продолжим основные приключения. Но это я, как уже сказал, будет в следующей части, а на этом у меня все. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.